В краевом центре полицейские задержали 22-летнего жителя Хабаровска, от рук которого погиб его сосед по квартире. Тело владельца жилья обнаружили квартиранты рано утром. Мужчине вызвали скорую, но помочь раненому врачи не смогли. Хозяин жилья сдавал комнаты сразу трем семьям за небольшую плату – 200 рублей в сутки. В еще одной, четвертой комнате мужчина проживал сам. Сотрудникам полиции, которые прибыли на адрес по звонку врачей, жильцы рассказали такую историю. Накануне вечера мужчина вернулся домой сильно избитым. Своим арендаторам он объяснил, что был на встрече, которая закончилась дракой. Эту историю повторяли абсолютно все жильцы квартиры. Сотрудниками уголовного розыска были проведены ряд мероприятий, и было установлено, что телесные повреждения он получил не на улице, а там же в квартире от одного из своих квартирантов. На данный момент квартирант задержан, дает признательные показания. Сотрудники Следственного комитета, которые начали расследование этого дела, во время предварительного опроса установили, что ссора между мужчинами произошла во время карточной игры. На уроженца района имени Лозо заведено уголовное дело по 111 статье Уголовного кодекса «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Ранее молодой человек не был судим. В краевой столице он жил вместе с женой и ребенком. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Кузьмина и Александр Савчук.